Да, только сегодня, 19 января, в крещение, у нас появилось солнышко, яркое, небо почти все чистое. Такая красота. И даже луна проглядывает, растущая месяц. Ну что, луна, вдруг откуда ни возьмись, и лебедь сегодня появился. Вот его, наверное, отсюда не видно вдалеке, а туда спускаться опасненько. Потому что здесь может быть еще не твердый лед. Поближе подойти нельзя. Но вот у берега прихорашивается лебедь, там клювом перышки перебирает. А рядом чайки правее, левее крупные бакланы. Здесь целая стая. Вот крупных бакланов в воде. И вдали у самого горизонта там что-то тоже не лебедь или что-то очень крупное. Там буквально десятка-полтора, наверное. Может быть, лебеди, но это уже на расстоянии метров 800-900, а может быть и больше отсюда. Вот такая сегодня погодка и такая красота. Но минус 18. Может быть, сейчас днем потеплее стало, утром было минус 18. Ну, 16 градусов есть, это точно. Камера, наверное, работает. А мы сейчас сделаем здесь снимочек. И, наверное, пойдем, а то руки замерзают. Так, ну попробуем приблизить. Но вряд ли этого лебедя можно разглядеть будет. Сомнительно. Сомнительно.